А вот эти кадры сняты на греческом острове Самос. Пламя вспыхнуло в лагере для беженцев, где размещены свыше 4000 человек. Предварительная причина пожара – возгорание сухостоя. Пожарным потребовалось примерно 3 часа, чтобы взять огонь под контроль. О пострадавших и жертвах пока не сообщается. Отмечу, что в начале сентября дотла сгорел другой греческий лагерь для мигрантов на острове Лесбос. Тысячи людей остались без крова. Власти не исключали версию поджога самими беженцами из-за плохих условий для жизни.